Хорошо, к себе прижимать. И вверх высоко поднимать. Умница, умница. 9 современных тренажеров для детей младшего возраста пришлись как нельзя кстати. Заниматься на них может любой ребенок в возрасте до 8 лет. Направление на лечебную физкультуру выписывает лечащий врач. В самом кабинете за пациентами также наблюдают специалисты. Общественная организация «Сердечность» в лице руководителя Антипенко Олега Николаевича любезно предоставила нам такую возможность для детей детской больницы заниматься на детских тренажерах. Значит, в нашем стационаре находится около 240-250 детей, которые ежедневно, круглосуточно получают лечение. И как лечебная физкультура, это один из таких вот комплексов общего оздоровления детей. Центр «Сердечность» также приобрел тренажеры для подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья. Оборудование для лечебной физкультуры пока разместили в центре ремесел в 15-м микрорайоне. Там занимаются подростки с ограниченными возможностями. Там беговые дорожки, велотренажеры, потом специальные кардиотренажеры, массажное кресло. Массажное кресло, там специально нужно разрешение врача. Но в скором времени районная власть нам выделила помещение, которое находится в детской подростковой поликлинике. Там произойдет ремонт, и оборудование переедет туда. Средства на приобретение тренажеров общественники получили из Национального благотворительного фонда. Центр «Сердечность» второй раз подает документы на президентский грант и оба раза удачно. Благодаря работе общественников реабилитации детей в городской больнице будет проходить намного быстрее и веселее. Евгения Шильникова, Владимир Селиванов. Местное время.